Да чего же приятно пить чай со сладостями в замечательной компании. Не правда ли, дорогой детектив? Да. Сегодня такой чудесный день. Солнце светит так ласково. Не правда ли, дорогой детектив? Да. На улице дует теплый ветерок. Все в природе размеренно и совершенно. Не правда ли? Оркот! Чего? Что это за мерзость? К чаю. Ива, к чаю? Да. Неандерталец. Трансвестит. Зоди, меня это достало. Больше я в твой магазинчик ходить не буду. Да надо мной уже сослуживцы смеются. Лен, а где это ты себе нос разбил? А я им нос птеродактилем столкнулся. А где ж ты его взял? Да откуда ж я знаю, где ты их берешь? Добрый день. Чем могу помочь? На прошлой неделе ко мне продали комик с кольцом. Так вот оно оказалось в квартире. Не может быть! Может, читайте, что написано. Петрики. Собственность Ясона-Минка. Улика? Приношу извинения. Можете выбрать любой из наших животных для возмещения ущерба. Может быть, вам... Кролик подойдет? Граф! Граф, прогони этого человека! От него вечно пахнет выпивкой и куревом. Вонь на весь магазин. Это ужасно. Знаешь, Ди, я так много читал о вреде алкоголя и курения, что решил бросить. Пить или курить? Читать. О, Господи. А на самом деле, Ди, я так много пробовал, но ничего не могу. С собой поделать не могу, бросить выйти все. А вы конфеты пробовали? Да пробовал. Не горят. Вот ведь и кантра. Ты что ж намекаешь, что я совсем деревянный, что ли? Я вот, к примеру, вчера... В камере был, а там зверушки заспиртованные. Жалко! Жалко! Жаба одна, а спирт по ведро, ну как тут выжалели, а? Граф! Граф, это ерунда какая-то! Она меня чуть не загрызла! А, Алиса, ты еще делаешь что наполовину? Магазинчик прибывал. Сейчас у нас клиенты помирают. Нет, ну что вы? Как правило, не чаще одного раза. А, ну вы можете поменять животное? А может быть, Кирилл? Действительно, мой магазинчик у вас всем как ненормальный, особенно ты. Вот скажем, ты, а любовь любишь? О, бесспорно. А вот я спорно. Как спорно? Мы же Ваня, позор, хентай! Измельчали люди. В чем дело? Я у него спрашиваю, чего хочешь? Власти, богатства, славы. А он отвечает пивка и насадок. А, ну, может быть, тогда вам больше подойдет она? А массаж? Она умеет. Кстати, о клиентах. Хотела вас спросить, дорогой детектив. Сколько нераскрытых убийств произошло на вашем участке за последний месяц? 5? А что? Странно. А ведь я продал 6 животных. Чего? Да я тебя... Учти, я все знаю. Все? Проверим. Какова длина Дуная? Да я тебя... А орка баран. Это я-то баран. Это я-то на барана не похож. Тише, тише. Граф, прогони этого человека. Он нам
считать, что я животное? Да ты на себя посмотри, баба-баба! Да у графа черный пояс по карате! Да знаю я ваши черные пояса! К ним он еще чулочки крепятся и рюшечки с брюшечками, да? Ой, не горячитесь так, дорогой детектив! Я разделяю ваши чувства. Да? Да. На примитивные и очень примитивные. Не сердитесь, мой друг новый осел. Так, а теперь-ка давай разберемся. Я осел, потому что твой друг, или твой друг, потому что осел? Да хватит уже этих выходок. Объясните, наконец, ваши придирки. Да я не могу ни о чем думать, кроме как о тебе. Завтрак, когда приходит время завтракать, я думаю только о тебе. Когда же обедать, я снова думаю о тебе. Когда ужинать, я снова думаю о тебе. А когда приходит время спать, я хочу жрать! Виноваты, особенно вы. Нет уж, все мне надоело. Я всем покажу, какой я мужчина. Что? Когда я поеду в Канаду и буду охотиться на белоснежных медведей, буду ловить рыбу голыми руками под льдом, потом гнаться за нервой, а потом я поеду в дикие джунгли и буду охотиться на склепых кишках. Леон! Тебе опять повезло. На улице дождь, я стою. Граф, я не возвращаюсь. Но в чем в конце концов дело? Она мне изменяет. Мужик, люди тоже так делают, и я, например. Ну это одно дело, а другое, когда тебе изменяют и даже не видят с кем. Мужик, да что ж тебе надо-то, а? Реально, достал уже, решайся. Да я и сам не знаю, что я хочу. Может тебе еще покемона надо, а? Пикачу. Точно! Я хочу Пикачу! Пикачу!